это все просроченная продукция, да? Да, да. Так, хорошо, что, что дальше? Мы обратились, спасибо, мы обратились к администрации магазина с просьбой утилизировать вот эти вот просроченные продукты, промаркировать нормально то, что не промаркировано, и поставить в холодильнике то, что должно стоять в холодильнике. На наше требование администрация сказала категоричное «нет», нам ничего не оставалось, как вызвать участкового. Вот в данный момент мы ожидаем участкового.